Погар – один из старейших городов Брянской области. Расположился он в живописном месте на берегу красивейшей реки Судость. Впервые он упоминается в 1155 году в Ипатьевской летописи в связи с походом основателя Москвы князя Юрия Долгорукого. Правда, в то время город носил другое название – Радогощ. Ученые, историки, краеведы, исследователи считают, что город назвал в честь славянского бога Радогоста. Это бог, которому поклонялось обширное одно из могущественных славянских племен – северян. С этим интересным и необычным названием Радогощ город пережил большое количество нападений со стороны Польши и Литвы. Не раз подвергался набегам и полному разорению. Неоднократно его сжигали. В 1618 году, когда наши земли перешли по Диоленскому перемирию в состав Речи Посполитой, известный государственный деятель и военный деятель Александр Писачинский основал на месте сгоревшего Радогоща летописного новый город и назвал его Погаром. Ну, название само за себя и говорит. Как и многие другие города Брянского края, Погар столетиями был городом-защитником. Мощная бревенчатая крепость с 13 орудиями располагалась на Замковой горе. Охранял ее в то время казачий гарнизон. До сих пор в Погаре помнят о подвиге его воеводы Матвея Лыкова. Чтят и это святое место. В те времена, когда Погар переходил то России, то Польши, вот, одно время здесь был наместник царский воевода Матвей Лыков. Когда пришли литовцы к стенам Погара, значит, он не сдал город, выпустил женщин и детей из города, сказал, я не сдамся, и был заживо сожжен вместе со своими ратниками. То есть тогда погибло 9 тысяч человек. В 1648 году, во время восстания под руководством Богдана Хмельницкого, жители Погара поддержали восставших, половину, а даже, может, большая часть перешла в казаки, участвовала в боевых действиях и освободила нашу землю. А в 1654 году, в январе, мы так же, как и на Переславской раде, мы присягнули на верность российскому государству. Первое воспоминание о поганском казачестве относится к 1654 году. Во время присяги казаков на верность царю русскому погарские казаки принимали клятву здесь, в Погаре, в Успенском соборе. Также с 17 веком связано получение Погаром магдебургского права. В музее сохранилась копия грамоты, которую дали городу польские короли. А позже, в 1666 году, ее подтвердил и русский царь Алексей Михайлович. Такая возможность самостоятельно регулировать собственную жизнь была только у четырех городов нашей области – Стародуба, Мглина, Погара и Почепа. У нас раньше всех сложилось мещанское население, очень развивалось казачество. Конечно, были определенные конфликты, так как у нас существовало как бы двоевластие постоянное. Магистрат мещанский управлял городом, а казачьи подчинялись сотине и полковой канцелярии. Поэтому можно сказать, что мещане и казаки немножко не дружили долгие годы. Тогда же у Погара появился и свой собственный необычный герб и печать. На городской печати было изображено Успение Божией Матери. И, кстати, у нас самый главный кафедральный собор был Успенским, и самая одна из значительных ярмарок Успенская была. Тут такая вот связь. Но герб, он имеет как бы иное. Рисунок на голубом щите, символ благородства, золотой крест. Вот, ну, символ победы христианства, конечно же. И серый ромбоидальный камень. Многие исследователи считают, что это символ крепости. Долгое время Погар был известен своими ежегодными ярмарками. Проводились они трижды в год, как в городе, так и на заливном лугу, который раньше назывался Магистратский покос. Торговать сюда приезжали не только из Украины, но и со всей России. Погарские ярмарки постепенно как бы втягивались во всероссийский рынок, и как промежуточное звено было. И здесь самый главный предмет торговли – это прядово, это пенька. То есть из конопли выделывались значит, ткани, веревки. Это в огромных количествах упаковывалось в Беркауце, кажется, около 200 килограмм упаковка, вот весом 195, точно сейчас не помню. Вот этот Беркавец, значит, грузились фуры и торговали в Ригу, везли, в Архангельск везли. То есть мы можем говорить даже о международной торговле. Много лет тому назад наш Погар прославлял Успенский храм, Успенский собор, который стоял на самом высоком месте. С
Старожилы рассказывают о том, что колокольный звон его слышен был даже в Трубчевском районе. До нынешнего времени собор не сохранился. Его разобрали в 1957 году. Но как память о нем остался камень, который был заложен в основании предела Успенского собора в 1760-м. Говорят, что с тех пор, как закладной камень появился в музее, здесь стали происходить необычные вещи. Когда мы выставили вот в этой экспозиции Богар православный, и вот эти наши иконы, которые написаны были богомазами, может, вы и не поверите, но зайдя в этот зал через несколько дней, мы увидели, что лики их просто обновились. Еще такая уже существует у нас легенда – камень исполняет желания. Но только нужно с душой к нему подходить. К сожалению, из-за пожаров и многих войн в Погаре мало сохранилось архитектурных памятников. Отдельного рассказа заслуживает оригинальный храмовый комплекс города. В его состав входят две церкви – Зачатие Анны и Троицы. Троицкий храм известен с XVI века. До 1783 года он был деревянным, а затем на его месте построили однокупольный каменный храм в форме креста. Известно, что у этого храма были благотворители. Это генеральша Анна Шепелева и ее сестра Елизавета Литковская. Они-то и построили храм, не построили, а восстановили храм в честь зачатия праведной Анны Пресвятой Богородицы. Надо сказать, что Погар, будучи в конце 18 века уездным городом, в 19 веке уходит за штатный. И революцию погарцы встречают за штатным городом Стародубского уезда. С этим временем связана и еще одна достопримечательность Погара – сигарная фабрика. Она построена, началась постройка в 1913-14-15 годах. Вот происходило строительство, частями корпуса строились и уже начинали производить табачные изделия. Родоначальником ее стал торговый дом Александра Рутенберга. Это видный рижский табачный промышленник. Он не только табачной промышленностью, но и химической занимался. Скажем, довольно-таки мощный предприниматель, у которого было, значит, много фабрик в Риге табачной, в России тоже там несколько у него так фабрик было. Но непосредственно в Погаре его два сына, Тобиас и Отто. Они, значит, ввиду того, что здесь большое количество табака росло, в Отепском районе, в Погарском, в Стародубском. У нас хорошо очень вообще земли приспособлены для табака. И ввиду того, что тут много сырья, чтобы не отправлять в рижскую фабрику, решили здесь и построить на месте табачную фабрику. Первые партии продукции на фабрике были выпущены уже к началу Первой мировой войны. Предприятие было единственным в России, производившей и даже экспортировавшей сигары. Конечно, в годы Первой мировой войны особым спросом пользовалась другая продукция предприятия, такая как табак и махорка. Административное здание фабрики, помещения конторы и цехов сохранились до сих пор и служат по прямому назначению. Не менее интересны и села Погарского района. Почти у каждого из них многовековая история. С некоторыми из них связаны известные имена. Например, усадьба Безбородка в селе Гринёво. Это знаменитый государственный военный деятель конца 18 века. Он участвовал в победном бою в Измаиле с Александром Васильевичем Суворовым, за что был награжден. А при коронации императора Павла I был удостоен ордена Александра Невского. В 1800 году Илья Андреевич вышел в отставку и женился на Анне Ширай, представительнице известного стародубского рода. В наследство им досталось Гринёво. Именно здесь Безбородко и построил дворцовый комплекс церковью Святой Троицы. Есть сведения, которые, может, не совсем еще до конца подтверждены, но есть косвенные доказательства, что к этому дому и к постройке церкви причастен знаменитый архитектор Кваренги, который строил, кстати, брату Ильи Андреевичу, Александру Андреевичу, также дворцовый комплекс. Поэтому мы думаем, что так это и происходило. Поэтому я думаю, этот дворец и эта церковь представляют огромное значение для истории, не только архитектурной истории Брянщины, но и вообще для истории Брянщины. Это наши корни, это наша, можно сказать, слава. Такие знаменитые люди жили здесь, вот в Гринёво. В 1828 году усадьба перешла во владение князей Голицыных. Княгиня Наталья Степановна владела Гринёво и другими погарскими имениями до конца своих дней, до 7 мая 1890 года.
Надо сказать, что во времена и Безбородка, и Голицыных сюда в усадьбу часто приезжали знаменитые художники, такие как Боровиковский, Кипренский, Брюлов. Церковь Святой Троицы была расписана Орестом Кипренским. Об этом пишет и Филарет Гумилевский, и Александр Ханенко, наши знаменитые краеведы, историки XIX века. Когда Безбородко строил усадьбу, то не случайно выбрал это место. Расположился дворец практически на берегу озера. В центре водоема находился так называемый плавучий остров с беседкой. Сюда можно было добраться только на лодке. Но зато с острова открывался необычайно красивый вид на церковь и на сам дворец. Недалеко от Погара есть еще одно интересное село – Суворово. В московское время оно принадлежало Матвею Износкову, платившему дань 4 пуда медом. И на июль 1619 года здесь было только 2 подданных. Сейчас село знаменито своей церковью Рождества Богородицы, построенной в 1825 году. По мнению историков, она напоминает ранее существовавший в Погаре Успенский собор. В годы Великой Отечественной войны она была сильно разрушена. Но в начале 21 века уроженец села Суворова на свои собственные средства ее восстановил. И теперь этот храм – одна из главных достопримечательностей Погарского района. Необычная история связана с церковью Николая Чудотворца, расположенной в селе Балыкино. Построена она в 1802 году на месте более древнего храма. Сейчас она относится к памятникам архитектуры деревянного зодчества. Здесь хранится чудотворная икона Балыкинской Божьей Матери. Говорят, что во время Северной войны она начала источать слезы, и ее владелец дал обет передать икону церкви. С тех пор, как она исцелила слепую девушку, икона была объявлена чудотворной. Далеко за пределами области известно и село Юдиново. Впервые упоминание об этом селе встречается в 15 веке. Но историки считают, что образовалось оно значительно раньше, и люди на этом месте жили с древних времен. Подтверждается это археологическими раскопками. Существующий здесь уникальный музей-заповедник Верхнего Палеолита – единственный в России. Открыт он совершенно случайно, открыта стоянка. В 1934 году колхозники копали погреб под картошку и выкопали случайно вот такие большие кости. Ну, выкопали, поняли, что это не коровье, не лошадиные. Показали сначала учителю истории, Зайцев был у нас тогда учителем. А потом он же написал заметку в газету «Правда» в центральную. «Правда» ее опубликовала в октябре 1934 года. И ее прочитал Поликарпович Константин Михайлович. Нашли вот эту удивительную историю случайно. В 1934 году рыли погреб, копали котлован, заготовку под погреб. И вот при копке котлована случайно открыли вот удивительное вот это царство костей. Ну и вот в дальнейшем оказалось, что вот мы являемся хранителями вот далекого каменного века. Теперь палеолитическая стоянка Юдиново по праву считается жемчужиной историко-археологического наследия России. Каждый год сюда приезжают специалисты со всего мира. Измеряют, описывают, фотографируют. Это уникальное царство костей. 497 костей. В основном, конечно же, здесь мамонта кости. Но все же также находятся косточки дикой лошади, северного оленя, овцы-бык. Кости такие, они уходят в поле, идут далеко-далеко вот в поле. Затем в нашей судости детишки ныряя летом вот со дна реки достают вот такие удивительные кости мамонта. А еще, как утверждают ученые, что в основном как раз-таки вот этот исторический материал продолжается вот вглубь села. Помимо музея-заповедника, в Юдиново есть и музей истории села. Уникальность его в стопроцентной достоверности. Все, что представлено в экспозициях музея, подлинно.
и нефритовые топоры, и ручные рубила, кости мамонта и предметы быта наших не очень далеких предков. Здесь помнят о своих корнях и стараются сохранить все, что относится к истории села. Вот автор этого наличника – крепостной крестьянин. Он жил в Погаре, погарского происхождения, Евмен Гришин. Он был славен тем, что прекрасно столярничал. И наш помещик бывший, Бодицкий, договорился с местным, значит, погарским владельцем выменить этого делового крестьянина на собаку, на гончую. И сделка состоялась. И Евмен Гришин оказался в Юдинове. Оказался в Юдинове, и он делал все для того, чтобы украсить помещичий дом. И вот он украшал такими наличниками окна этого дома. Кстати, вот этот наличник, он сделан с помощью вот такого аппарата. Ну, по нынешним временам это бы назвали просто ручная дрель, потому что вот аппарат этот проводится в движении обыкновенным вращением вот этого колеса. А здесь вставлялось сверло, и можно было высверлить вот такие отверстия разного диаметра, а в результате соорудить вот это кружево оконного наличника. На Погарской земле есть немало интересных мест. Одни из них связаны с историей, другие знамениты своим красивым видом и святыми источниками. Например, Меловое. Здесь многовековые дубы, под которыми, по очередной погарской легенде, отдыхал Петр I. И источник, вода которого чиста и прозрачна. Усталый путник здесь может и воды напиться, и отдохнуть в тени деревьев. Земля Погарская за эти 8,5 веков видела немало. Нашествия врагов, войны, пожарища, но осталась она по-прежнему щедрой. Щедрой на солнечное тепло и свет, на хороших людей. Главная ее гордость – это отцы и прадеды, защищавшие свою землю во все века. Труженики, до сих пор прославляющие Погарский край. И люди, сохранившие историю до наших дней, не забывающие о своих героических земляках. Захарий Чепыга, который после разгона казаков здесь на Малороссии, когда они уже, в принципе, здесь не стали нужны, границы уже убрались, он уехал к Черному морю. Там они с подвижниками создали союз верных казаков. Вот долгое время охранял границы южные, был сподвижником Суворова, брал Измаил. В конце его попросили переселиться на Дон, и он основал город Краснодар и переселил 25 тысяч войск свое казачье именно в Краснодар. Так что мы можем гордиться, что кубанские казаки родом с Погара. Сейчас, благодаря вот работникам музея, с нами в тесном сотрудничестве казачество работает, администрация поддерживает района, нам удается восстановить многие фамилии, бесследно исчезнувшиеся. Оказывается, у нас герои были не только во время Великой Отечественной войны, но и в забытой войне Первой мировой, в 812 году погарцы на Балканах сражались геройски, и оборона Первого Севастополя, наши генералы погарские там участвовали. Ты пришел из древности глубокой, но собой нисколечко не стар. Над рекой небыстрой синеокой расцветаешь, мой родной Погар.